В данном сегменте мы обсудим то, как работает стек вызовов. Стек вызовов – это специальный сегмент данных, который используется для хранения локальных переменных функций и временных значений. Не стоит путать стек вызовов и стек из курсов алгоритмов. Эти две сущности достаточно похожи, но тем не менее у них достаточно много различного. Так, например, у стека в C++ можно обратиться к произвольной ячейке, в то время как у стека из курса алгоритмов есть доступ только к верхней ячейке. Стек вызовов выделяется при старте программы. Это один из первых сегментов, которые выделяются в программе. И обычно он достаточно небольшой. Можно повлиять на его размер при помощи настроек компилятора, но по умолчанию стоит рассчитывать, что стек имеет какой-то характерный размер, там, примерно 4 мегабайта. Функции хранят свои локальные переменные на стеке, и при выходе из функции та память, которая занималась функцией, просто объявляется свободной. И, в принципе, следующая функция может ее перезаписать. Кроме этого, на стеке хранятся промежуточные значения, которые появляются при вычислении сложных выражений.